Привет, ребята. Мы сегодня встали в час ночи. У нас есть только два повода, почему мы встаем в час ночи. Это дойти до холодильника и куда-то поехать путешествовать. Сегодня мы полетим на Родос. Мучения, и мы из Праги перемещаемся на греческий остров. Как называется? Родос. Грязная камера. Нас сразу заселили в номер. Сейчас покажу номерочек, я еще сам не видел. Наш язык заплетается, и мы поспали 2 часа. Ну, все новенькое, пахнет краской. Готовились к сезону. Я так понимаю, первые посетители в этом сезоне. Так, тут будем вино пить. Бассейн. И все. И все. Пальма банановая. О, бананы. Заяц, бананы. Я так и. Ну что, еще 2 часа езды, утомительной, ужасно утомительной езды на автобусе. И мы здесь приехали. Вот это, о, нифига себе у меня тут на ветру. Так, название, флаг, все, на месте. Я в Греции, как этот, я в Лондоне, вот. Все, пойдем мы на обед, а то вообще часик поспали, все. Пойдем к зайцам паги, да? Посмотрим, что там дают. К еде, если вообще что-нибудь дают. Надо посмотреть. All inclusive. А то мы в Болгарию ездили на All inclusive. Ходили потом по ресторанам его, потому что жрать было невозможно. Я надеюсь, здесь будет хорошо. Горячее я не снимал, там французов не хотел рушить ему. Эти салатики половину попробовал уже. Обожрался. Ну, очень вкусно. Сыр вот этот фета вообще обалденный. Там сзади мороженое. Вот такие тортики. Тортики. Арбуз вообще бомба. Я не знаю, откуда они его взяли в начале лета, но он сладкий. Так, ну, горячее потом. Вчера у нас был зомби-день, потому что час поспали, всего 2 часа. Я вырубился, даже не помню как. Сегодня проснулись, пошли погулять. Там заяц кошек уже гладит. Кошки, кошки. Греция и кошки. Вастима тлапка макука сидела. О, кошаки. Пойду вам церквушку покажу. Здесь не пойми, каких-то старых руинах маленькая церковь. Прям вообще эпично, колокол в солнце. Я так понимаю, что сейчас тут дядька таскал вещи, здесь сейчас будут, наверное, крестить ребенка. Маленького родившегося принес вот этот стол пеленальный и такую вот чашку принес. Все такое старое тут. Туда не буду заходить, за ширму. Из камней, из маленьких камушков выложено. Я не знаю, мне показалось, это какие-то голые связанные люди.
Ну все, а там? Там деревня. Вот сейчас мы пойдем в эту деревню смотреть, что там дальше. Мое детство. 2 года ходил я. Когда-то был капитаном. Какие-то бункеры. Уплыли немножко. Чепка улетла. Да, что-то прям конкретно размыло. Ты колкнул до того? О, бляха. Везде Вторая мировая тут. Даже в Греции на островах. О, а может туда вовнутрь залезть? Заяц, я иду вниз. Я иду там. Аспонь колкнул. Главное себе тут морду не разбить на этих камнях. Там бордел вниз. Ясно. Главное, я бы не спаднул. Телефон. И бомжи спят, наверное. Я тут надуваю матрас от Кока-Колы. А у нас пожар. Слышу это пожарное. Но там он дым. Хреначит. Полчаса уже мучаюсь. Спонсор нашего отдыха Coca-Cola.